Всем привет! Сегодня будет небольшой ролик на совсем скромную тему по поводу, почему в Word склеивается текст. То есть убираются пробелы между словами. Это не во всех случаях, только в некоторых участках текста. Происходит это обычно в 2007 Word. То есть Word, то есть Microsoft Office 2007. Если там у вас установлены не все последние обновления, то какой бы документ вы в нем не открыли и редактировали его впоследствии, после сохранения возникает вот такая вот история. И приходя с флешки распечатать где-нибудь в другом месте, у вас вот получается текст весь слипшийся, хотя делали вы его нормально. Ситуация, значит, такова. Что здесь нужно сделать? Либо поставить другой пакет офиса, либо же 2010, либо же позже. В любом случае его нужно менять. Либо же просто 2007 офис скачать с полным пакетом обновлений, то есть последнюю версию. Вероятно, что на каком-то из компьютеров, на которых вы это делаете, просто необновленный Word 2007 года. Давайте я вам расскажу еще о одном методе, который может помочь исправить ситуацию. Во-первых, попробуйте перед переустановкой вообще офиса своего установить вот такой вот патч. Файл формат tool. Возможно, после его установки ваш Office 2007 перестанет искажать так текст, а также, может быть, даже и у вас исправится документ, тот, который был поврежден. То есть в моем случае он не исправился, то есть это не дает стопроцентной гарантии, что документ исправится. Но в последующем ваш офис уже не будет так искажать текст. Так что есть вот такой вот патч, ссылочку на него я оставлю в описании, чтобы вы могли его скачать и использовать. Ну, вот такая вот история с этим разделением текстом. История многих затрагивала, история болезненная, потому что многие набирали огромный текст, вот допустим, как я. Тут очень много текста набрано, и впоследствии получил я слипание текста. В общем, надеюсь, что информацию я донес до вас в полном объеме, что вам все понятно, от чего это происходит, как исправляется. В моем случае я исправлял все затем вручную, но больше Office 2007 я пользоваться не стал, 21 установил. И проблем больше у меня никаких не было. Вот так вот.